Древний казахский обычай – шашу. Без него не обходится ни одно торжество. Женщины осыпают гостей конфетами, а те разбирают их как хороший знак, который сулит удачу. В Самаре отмечают десятилетие национально-культурной автономии казахов Акжол, что в переводе означает «светлый путь». Наравне со всеми культурами и живет наша казахская культура. Самое большое достижение, что мы все друг друга узнали, нашли. Когда человек чувствует уважение к своей культуре, он будет уважать и другого человека, человека другой нации. Это очень здорово, что мы, встречаясь на улице Самары, чувствуем себя, как будто мы в Казахстане. В Самарской области проживает более 15 тысяч казахов. В стране свыше 700 тысяч. Самара считается столицей федеральной автономии казахов России. И это действительно уникальная ситуация, может быть, не только для Российской Федерации, но в какой-то степени и для всего мира. Потому что на фоне тех событий, которые сегодня происходят в мире, мы демонстрируем с вами, как люди разных национальностей, культур и религий могут жить вместе, могут жить мирно и могут строить вместе светлое будущее. Дружба не имеет границ. Как подарок всем гостям – концерт с национальным колоритом. Детские ансамбли народного творчества и эстрадные артисты Казахстана. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.